Что такое неопознанные летающие объекты? Для изучения НЛО нет разницы, инопланетные это объекты или же засекреченные земные технологии. Как они летают вопреки законам физики? Невозможно полностью повторить свойства. Кто или что породило этот феномен? Я чувствовал, что мной управляют не люди. Где уже изобретены столь совершенные технологии? Я верю в то, что мы не одиноки во Вселенной. Борис Макаров благодаря удивительному портретному сходству играет роли Леонида Брежнева. Но немногие знают, что до театральной карьеры он успел сделать летную. И совсем единицы слышали от него рассказ об одном странном происшествии в небе. Июня 1980 года пассажирский Ил-18 выполнял рейс Новокузнецк-Москва. Борис Макаров был командиром воздушного судна. Стояла ясная ночь. Борт шел на высоте 8400 метров. Вскоре после того, как лайнер миновал Новосибирск, командир увидел впереди прожектора необычного аппарата. Пилоту показалось странным, что они светят в сторону Земли. Насторожило и то, что лучи были ярко-голубого цвета. Я смотрю, где ребята, говорю, что это, экипаж? Ну, дело в том, что в это время экипаж занимается, ну, второй подбивает отчет о рейсе, штурман своими делами занимается, бортмеханик тоже. А я один остаюсь как бы на руководстве, командир остается на руководстве и следит за воздушной обстановкой. И вот все отвлеклись и смотрим. Да, горит несколько прожекторов, светит в сторону Земли. Команда наблюдала прожектора неопознанного объекта не менее 5 минут. Внезапно они погасли, и в небе возник белый овал с желтым пятном в центре. Самолет шел прямо на него. В этот момент НЛО сорвался с места и занял позицию километра на полтора выше авиалайнера. Однако члены экипажа Ил-18 смогли хорошо разглядеть этот объект. И вот мы видим, что... Два огромных иллюминатора, вернее, две огромных фары, которые освещены маленькими лампочками, то есть светятся просто желтеньким светом. Возможно, если бы они включили полную мощность своих вот этих прожекторов, нам, наверное, не сладко пришлось. Проходим мы, я говорю, ребята, давайте сделаем вираж, посмотрим, что ж там такое-то. Может быть, увидим... Соблазн подлететь к диковинному аппарату был велик. Тревоги он не вызывал. Но в самолете находились еще 130 пассажиров. Родители с детьми, летящие на юг через столицу. Летчики не могли рисковать их жизнями. Экипаж запросил диспетчерские службы, наблюдают ли они НЛО на своих радарах. Вот что вспоминает об этом случае летчик первого класса Федор Паличев, бывший вторым пилотом на том рейсе. Мы запросили, естественно, Красноярск. Говорит, у вас... В зоне борты имеются или нет? Нету. Мы тоже в локаторе этого не видим. Штурмом. Посмотрели, у нас локатор, мы это не видели. Вот, тогда мы говорим, странно. Ну и молчим, естественно. Дальше оно то влево, то вправо, то отдаляется, то приближается, все это уходит. На экранах наземных радаров никаких посторонних объектов в эшелоне не было. Пилоты повторили свой запрос о странном объекте. Земля вновь ответила отрицательно. Однако статистика военных гласит, что бывало и наоборот. Локаторы фиксировали объект, а люди – очень много было случаев, что летит самолет, и параллельно, так сказать, образовывалась метка на локаторе от НЛО. То есть размеры такие же вроде, да? Отражающий нет. Ну, только, конечно, на свой чужой он не отвечает, да? Вот. А летчик в полете, либо он вообще не видит, либо он видит какое-то облачное образование. Первое объяснение, которое пришло в голову членам экипажа Бориса Макарова – испытание новой баллистической ракеты. Это показалось вполне естественным. Однако летчикам никто из коллег не поверил. Хорошего ничего из этого не вышло. Нас подняли на смех. Да вы пьяные были. Мы пьяные. Как? Да вы вообще вам померещилось все это? Как может? Ну ладно, одному померещилось.
Пять человек, здоровых мужиков, абсолютно. Как может померещиться? Возмущенный Борис Макаров зарисовал на ватманском листе три стадии наблюдения НЛО и направил это в комиссию по аномальным явлениям при Академии наук СССР. Ему пришел ответ за подписью профессора Николая Желтухина с благодарностью за наблюдение. Вердикт ученых был однозначен. Экипаж наблюдал неземной летательный аппарат. Я верю в то, что мы не одиноки во Вселенной. Конечно, глупо это думать, что мы прямо вот такое создание, что... Другое дело, что это далеко все возможно, что эти все цивилизации. Позднее эксперты выдвинули убедительную гипотезу, почему этот и подобные аппараты не отображаются на экранах радаров. Когда я работал в МАИ, мне ребята все-таки объяснили. Они же ученые там все. Вот. Они объяснили, что эти аппараты окружены очень плотным электромагнитным полем. Почему их не видно на экранах радаров? Потому что нет отраженного сигнала от него. Полковник Александр Плаксин много лет заведовал в Министерстве обороны секретным отделом по изучению аномальных аэрокосмических явлений. Военные ученые всерьез занимались феноменом НЛО, чтобы определить технический уровень предполагаемого противника. Сегодня полковник может раскрыть нам часть выводов, к которым пришли эксперты относительно природы этих объектов. Сначала важно было установить, что это – корабли из металла или природные сгустки энергии. Получается, что все же в большинстве случаев это не твердый объект, а имеющий отражающую, допустим, поверхность, какой-то плазменный объект. Да? Но были случаи, что внутри плазменного объекта что-то твердое. Это тоже локаторами определено. Но это объяснить невозможно, конечно. Но наибольший интерес, конечно, представляет вот эти мгновенные эволюции, которые, так сказать, могут совершать НЛО. То есть лететь вверх, вниз, мгновенные ускорения, исчезновения, повороты. То есть вот материальный объект, он не может... Такие будут перегрузки колоссальные. Вот это лишний раз доказывает, да, что это все-таки... Что-то газообразное и что-то связанное с плазмой. В Великобритании известен случай, произошедший над военными авиабазами Лейкенхит и Бентвотерс. Военные, обслуживающие радарные станции на этих базах, стали замечать странные явления. На экранах радаров начали появляться какие-то точки, которые на бешеной скорости передвигались по монитору. Эти странные объекты производили маневры, недостижимые для истребителей того времени. Военные терялись в догадках. Наконец им это дело надоело, и они подняли один из самолетов в воздух посмотреть, что же там такое летает. Когда самолет, ведомый по указанию радара, приблизился к неизвестной цели, летчик увидел, что это действительно какое-то тело, окруженное свечением. То есть что-то твердое, окруженное плазменной оболочкой. Но это тело маневрировало таким образом, как будто знало все правила воздушного боя. Дальше события развивались невероятным образом. НЛО зашел в хвост истребителя и преследовал его до тех пор, пока пилот, отчаявшись изменить ситуацию, не пошел на посадку. Парадоксально, но плазменным объектом явно управлял разум, ничуть не уступающий нашему. Этим телом явно управлял разум, не уступающий разуму летчика. Потому что тот, кто сидел за штурвалом этой штуки или управлял ею на расстоянии, смог не только... держаться за самолетом и не оторваться, невзирая на все фокусы, но и как бы заранее предугадывал, какой маневр предпримет пилот. И иногда начинал противодействие еще до того, как у него руки успевали до штурвала дотянуться. Ник Поуп занимался расследованием случаев наблюдения НЛО в Министерстве обороны Великобритании. Его главной задачей было установить, есть ли какая-либо потенциальная угроза Объединенному Королевству от неопознанных летающих объектов. Большинство случаев наблюдений можно было легко объяснить, но от 5 до 10% из них так и не получили объяснение, и это представляло определенную сложность. Британским военным приходилось успокаивать общественность, сообщая, что часто эти объекты не представляют никакой угрозы. Но эти 5-10% необъяснимых наблюдений НЛО внушали тревогу. Летчики видели, насколько эти аппараты превосходят самые передовые авиационные технологии. Отчеты об этих случаях сразу же получали гриф «Секретно».
Это становилось проблемой, потому что мы не могли контролировать ситуацию. Правительство и военные не могли просто объяснить общественности, что в нашем воздушном пространстве есть некие объекты быстрее нас, более маневренные, и мы не знаем, что это. Это было бы признанием того, что мы потеряли контроль над воздушным пространством. И совершенно очевидно, что такая ситуация неприемлема для любого правительства. В первую очередь военные искали материальные свидетельства природы НЛО. Для этого они выезжали туда, где эти объекты совершали посадку на землю. Вся местность вокруг тщательно исследовалась. В самом известном в Великобритании случае наблюдения НЛО, который произошел в Рендлшемском лесу в декабре 1980 года, выяснилось, что уровень радиации в месте приземления этого объекта был в 7-9 раз выше, чем нормальный уровень, который привыкли наблюдать в той местности. Это было совершенно официальным свидетельством присутствия неопознанного летающего объекта в том месте. Вооруженные силы США измерили уровень радиации, а специалисты Министерства обороны Великобритании проанализировали и сравнили эти данные. Случай в Рендлшемском лесу многое объяснил насчет природы летающих тарелок. В декабре 1980 года в графстве Суффолк на юго-западе Британии над американской авиабазой Бентуотерс и британской Вудбридж развернулись драматические события. Настоящее нашествие НЛО. Летающие тарелки зависали над базами и испускали лучи света, направленные на места хранения ядерного оружия. И вскоре приземлились прямо на авиабазе США неподалеку от складов с атомными бомбами. В Англии в 1980 году эти объекты приземлились, они оставили физические следы своего присутствия на Земле. Американский историк Питер Робинс исследовал обстоятельства этого происшествия и попытался разобраться, что же там произошло на самом деле. Все это вызвало панику и растерянность. Практически все свидетели этих случаев – это сотрудники американских военно-воздушных сил, которые находились в то время на территории Великобритании. Среди них был мужчина, с которым я потом написал книгу о его опыте участия в этих событиях 1980 года. Американцы пытались всех успокоить и не поднимать шумиху. Но в 1982 году один человек выступил и впервые рассказал эту историю. Питер Робинс собрал показания свидетелей, замеры и показания приборов, а также различные документы американских ВВС. Оказалось, что некоторым очевидцам военные пытались стереть память с помощью химических препаратов. Затем им внушили поддельные воспоминания. А общественное мнение смоделировали умело пущенной дезинформацией. Эти документы еще официально засекречены. Я это изучал, как и множество моих коллег, довольно длительное время. И я убежден, что это правда. Главный вопрос, на который пока ответа нет – кому принадлежат эти объекты? Позиция Ника Поупа по этому вопросу такова – с уверенностью сказать нельзя. Я не могу со стопроцентной уверенностью заявить, что они имеют внеземное происхождение. С другой стороны, я не могу сказать, что это невозможно. Есть и другие варианты. Мы можем иметь дело с секретными воздушными судами или аппаратами, управляемыми нашим правительством или присланными в Великобританию из других стран, например, для испытания воздушной обороны, проверки, насколько хороши наши радары и системы авиазащиты. 16 августа 1991 года. Йейское высшее военно-авиационное училище. Идут плановые учебные полеты. На одном из учебных истребителей в небо поднялся второкурсник Максим Чурбаков. Это был его первый в жизни самостоятельный полет. И все пошло не так.
После 14 минут полета Чурбаков доложил на землю о самовыключении двигателя. Однако на доклад курсанта никто не ответил. Более того, сообщение вызвало легкий шок у офицера боевого управления. Что делать? Через 14 секунд Максим повторил свой запрос. В ответ снова молчание. Еще 12 секунд. Снова Чурбаков сообщает о самовыключении двигателя его самолета. После второго поворотного пункта на высоте 1500 метров у меня произошел отказ двигателя. Я определил это по приборам, по температуре, по оборотам двигателя. Начал докладывать 42-й отказ двигателя. Ну и перечислять параметры, как определил, что. Высота падала. По закону все курсанты, которые ниже 1500, катапультируются сразу, может, без доклада. Максим отвернул от населенного пункта и катапультировался на высоте 1200 метров. Самолет упал в 2 километрах северо-западнее населенного пункта Новоселовка в поле. А сам Максим спланировал на парашюте в самую середину водохранилища. Вскоре его подобрала рыбацкая лодка. 23 августа Максим возвратился в свой полк из госпиталя, где проходил осмотр после катапультирования. Его признали здоровым и годным к дальнейшему обучению. Через 5 дней начались очередные тренировочные полеты. 28 августа Максим Чурбаков дважды летал с командиром звена. Все было нормально, самолет был исправен. Но когда Максим полетел в 3-й раз и самостоятельно, случилось непредвиденное. Я пошел по эшелону 200. Могу тоже ошибаться, уже прошу 23 года. 200. Когда пришел в зону, мне сказали, набираю 104 тысячи там. Я начал в зоне набирать высоту. И когда уже к 4 тысячам подходить, выходя из спирали, я вижу впереди, там, чуть правее, объект. Как желтый шар. Говорится, ну, несколько секунд проверка, не дурак ли я. Как говорится, где солнце, может, это что-то отражается. Ну, проверю, что точно что-то сзади меня находится. Я начал докладывать, что не наблюдаю, не опознал. Только я начал докладывать, нажал кнопку РП, сразу этот объект пошел сильно на сближение с быстрой скоростью. Максим доложил руководителю полета о наблюдаемом объекте и что этот объект пошел на опасное сближение с самолетом. Когда объект приблизился, его размеры выросли до 2 метров. Максима ослепило. Он закрыл глаза, но даже несмотря на это, все равно продолжал чувствовать его свечение. Пилот опустил голову вниз и повернул влево. Летчика не покидало чувство, что за ним кто-то наблюдает, поскольку в районе затылка возникло непонятное ощущение. Я все смотрел на него до такой степени, пока меня сильно не обожгло глаза. Как будто вот сильным светом, ярким-ярким, так, чтобы болевой шок стал. Я резко убрал голову вниз, и глаза как зайчик остался у них. Ну, как на сварку смотришь. После этого я начал поднимать голову и увидел это, загорелась лампочка отказ генератора, замигала. И тут же я только начал докладывать, тут же загорелась лампочка пожар. И смотрю, загорелись лампочки, высокая температура, там 730-760, могу ошибаться, там плюс-минус. Максим Чурбаков стал проверять шлейф за самолетом. Его глаза немного щипало, и они начали слезиться. Когда он повернул голову вправо, чтобы разглядеть плазменный НЛО, то его уже не было. В этот момент в кабине появился дым. Летчик перешел на дыхание чистым кислородом и доложил об этом на землю. Руководитель полета дал команду на катапультирование. Максим отказался. Прямо по курсу самолета появился большой населенный пункт. Лишь миновав его, пилот катапультировался. Когда прилетел вертолет, двери открылись, те же были люди, которые меня 16 часа забирали. Они знали меня по имени, говорят, Максим, опять ты? Я говорю, да. Они говорят, ну все, Максим, мы слышали эфир, командующий там просто рвет и мечет. Теперь, говорит, точно конец. И сразу допрос пошел до 3 или до 4 ночи. Одни и те же вопросы. Командующий сразу сказал, ты все врешь, первый, второй, третий случай, это твои выдумки, и все, мы ничему не верим. Какие лунные сутки происходят катастрофы? Фазы Луны и расположение небесных светил влияют на нашу жизнь. Способны ли мы расшифровать звездные послания и стать хозяевами собственной судьбы? Странное дело, в 21.00, а сразу после путешествия во времени, выдумка фантастов или
вопрос ближайшего будущего. Секретные территории. Завтра на РЕН-ТВ. 6 сентября 1991 года Максима Чурбакова с его согласия ввели в гипнотический сон. Сколько это продолжалось, он не знает. Вечером того же дня у него сильно болела голова. Утром из носа пошла кровь, чего раньше никогда не было. На следующий день курсанта перевели в госпиталь военного округа в Ростове. Там тестирование и беседы продолжились. Результаты оказались невероятными. Во время полета Максим Чурбаков действительно имел встречу с неопознанным летающим объектом, что вызвало неизвестное воздействие на летчика и технику. Иногда там 5:30 будили там командующий куда-нибудь едет на полеты. Приезжает вся свита, командующий. И начинается допрос. Все допросы велись на камеру, и, ну, и все записывалось постоянно. И меньше, ну, звание подполковник или полковник меня никогда вообще никто не допрашивал. Их трое-четверо там сидит. Ну, так вот продолжалось, как говорится, изо дня в день. Ну, я комиссию точно так же проходил в ЭК. Но уже меня так не гнали, уже так более-менее спокойно. Эта трагическая случайность навсегда перечеркнула карьеру подающего надежды летчика-истребителя. Но с чем же столкнулся Максим Чурбаков? Был это разум или неизвестное природное явление? Эксперты Министерства обороны СССР в качестве рабочей версии объяснения феномена НЛО в свое время приняли теорию плазмоидов – сгустков природной электромагнитной энергии. В эту гипотезу укладывается прямая взаимосвязь между вспышками на Солнце и активностью ядра Земли, которую выявили геофизики. И они доказывали, что именно вот в тех местах, где есть разломы, во-первых, частота встречаемости аномальных явлений значительно больше, да, многообразие форм и столбы, и светящиеся там шары там и так далее. Да? Вот. То есть была выдвинута теория перемещающихся токов. Один из знакомых каждому примеров сгустка плазмы – шаровая молния. Однако это природное явление часто вызывает возгорание, в отличие от окруженных голубым пламенем неопознанных летающих объектов. Тогда эксперты пришли к мнению, что внутри плазменного облака все-таки может находиться управляемый аппарат. Вообще мир почти весь состоит из плазмы. Это звезды, это Солнце, и вот наша планета – это как бы малая часть Вселенной. Только плазма у нас тоже есть, конечно, в газовой горелке, везде мы используем плазму. Так вот, в плазме как раз интересно. Вот эти условия, которые нашли физики, нелинейность среды и дисперсия среды. Исследования в этой области позволили дать еще одно объяснение феномену НЛО. Оказывается, под воздействием высокочастотного излучения плазма становится подобна металлу и способна отражать радио- и электромагнитные волны. Это как раз объясняет, почему неопознанные объекты часто остаются невидимыми для радаров. Электромагнитное излучение, если бы оно двигалось по прямой, оно было бы ламинарным, может быть, то есть безвихревым. Но в момент остановки и начала нового движения возникает вихревая компонента электромагнитного излучения. Вихрь. Вот в атмосфере возникает электромагнитный вихрь. Он, конечно, невидимое поле. Мы этого диапазона не видим глазами. Как предполагает старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов, если этот вихрь содержит большую энергию и ионизирует воздух, у плазмоида возникает эффект металлического каркаса. А по мере расхода энергии происходит его разрушение, и вихрь рассеивается. Встреча пилотов с шаровыми молниями. Ведь известно тоже, адская головная боль, шум в голове. И это рассказывают пилоты, которых в последний момент отвернули. Они не могли выносить это, хотя было там десятки метров до огненного шара 5-метрового размера. Это все едино. Это вот влияние того поля. Таким образом, один из принципов движения НЛО стал понятен. С позиции этих знаний авиаконструкторы начали придумывать аппараты, которые могли бы создать и использовать плазменную оболочку, дающую множество преимуществ. В настоящее время все бьются, чтобы, значит, хотя бы немножко приблизиться к тем свойствам, которыми обладает НЛО. Значит, ну, по форме успехи есть. Там вот знаменитый «Авра» в США, у нас там в Самаре строили эти дисколеты, да? То есть что это позволяет? Маневренность,
там, допустим, вес изменить, там, ну, какие-то аэродинамические характеристики улучшить. Дальше. Можно окружить плазменной оболочкой, специальный генератор ставить, для того, чтобы невидимы были самолеты, используя там какие-то специальные композиционные материалы. Однако даже когда мы создадим этот совершенный летательный аппарат, плазменный облачный призрак, нам все еще будет далеко до настоящих НЛО. Главное, что вот невозможно полностью повторить свойства. Вот сейчас вот нет такого, чтобы полностью повторил свойства, летающий аппарат, свойства НЛО. То есть здесь нужны уже прорывные, то есть нужен двигатель на новых физических принципах, который уже как бы работал по новым физическим законам, совершенно новый принцип. 20 июля 1992 года. В самом разгаре вооруженный конфликт в Приднестровье. Ясная ночь. Луна светит ярко. Боевое охранение моста через Днестр несет службу. У него на вооружении ЗСУ «Шилка» и ПЗРК «Игла». Около полуночи радар, установленный на зенитной самоходной установке, засек движущуюся цель. Офицер боевого расчета попытался через бинокль разглядеть, что за объект пожаловал в гости к армейским спецназовцам, и остолбенел. И вот что нам рассказал Валерий Иванов. В 1992 году командир отделения войсковой разведки спецназа ГРУ. Даже сейчас мы не можем показать лицо этого человека. Он до сих пор служит. Подлетел просто практически плоский объект черного цвета и завис. Он подлетел бесшумно. Во-первых, мы сначала его увидели через электронику. То есть мы его не видели визуально. Это не так, что он внезапно возник. Конкретный, четкий, темного цвета техногенный объект. И стал. И что самое интересное, в переговорах, значит, второй номер говорит нам, вы это видите? То есть у нас мы в таком стиле никогда между собой не переговаривались. Обычно сразу же это так, а тут вы это видите. Валерий Иванов подумал, что случилось нечто страшное, поскольку по рации было категорически запрещено вести обычные разговоры. Он посмотрел в небо и увидел огромный черный неопознанный летающий объект. НЛО застыл над мостом на высоте около 400 метров. Неожиданно рация снова ожила. Командир батальона поинтересовался, что же такого увидел боевой расчет «Шилки», и заодно спросил Валерия, наблюдает ли он нечто подобное. И второй, и третий ответили утвердительно. Последовал приказ сбить объект. Уходит по объекту очередь. Ребята сказали, он где-то в первой очереди с четырех стволов около 400 зарядов выпустили. Метров 300-400 не долетая, все заряды словно в бронированное стекло упираются, разрываются, и искры идут в обратную сторону. То есть они не переходят на ту сторону, не пускают. И мы ошарашились. Я тут же кричу своему товарищу, говорю, Юра, к бою, это самое, одеваем очки, потому что мы знаем, что сейчас «Шилка» должна отъехать. Где-то 3-4 секунды пауза, ребята дают вторую очередь. После неудачной стрельбы из зенитной самоходной установки настал черед ракетного комплекса «Игла». Валерий Иванов собственноручно произвел выстрел по цели, но ракета на высоте 200 метров разбилась о защитный панцирь НЛО и рассыпалась в небе. После перезарядки Валерий произвел второй залп. Таких средств защиты, систем защиты у летательных аппаратов, у натовских, у наших нет вообще, чтобы вот такое магнитное поле включалось. Ну, как, я не знаю, магнитное оно или нет, но оно вот так четко разорвалось. Таких полей нету защитных. Это я могу однозначно сказать. Вот. Потому что это уже дало перевес в какой-либо стороне. Около часа ночи начался минометный обстрел позиции спецназовцев. Одна из мин разорвалась за спиной Валерия и ранила его. Через трое суток к нему в госпиталь наведались трое в штатском. Именно тогда он впервые услышал название спецпрограммы «Сетка». После того, как он рассказал этим людям об увиденном, они попросили его молчать. Даже сейчас, спустя 20 лет, Валерий абсолютно уверен, что это был НЛО внеземного происхождения. Но что этот объект делал на войне? Я еще воевал в Абхазии, в Югославии. Вот с этим ничем никогда не встречались. Но это четко запомнилось мне. И с того момента я пришел к выводу, и многие наши ребята, что, в принципе,
Вот такой вот огромной, серьезной войны между державами быть не может, потому что у нас на планете есть некая четкая третья сила, которая мгновенно реагирует на эти вещи. А вот этот демонстративный прилет был, скорее всего, мне трудно сказать, но такое ощущение, что они себя показали так вот. А вот есть мы, и нам все равно, что вы нам сделаете. Позже Валерий узнал, что боевой расчет зенитной самоходной установки просто парализовало невиданным страхом после стрельбы по НЛО. Это тем более удивительно, что все трое членов экипажа не боялись ни бога, ни черта. Все отслужили в Афганистане 7 лет и участвовали в локальных войнах на территории бывшего СССР и за рубежом. Но это далеко не единственный случай появления НЛО в зонах боевых действий. Еще в годы Второй у аномальных явлений существует. Существует, есть карты активности. Они тоже проявляются по-разному. То есть пик активности в одном месте, а потом пик активности в другом. То есть не постоянно на всей Земле, а в отдельных ареалах больше, меньше. Привлекают внимание неопознанных кораблей и военные склады. В 1978 году над складом в Псковской области появился светящийся шарообразный объект. Зависая по очереди над каждым хранилищем, шар направлял на него луч света, а затем рывком перемещался к следующему, прямо на глазах у всего караула. В то же самое время шар появился и на следующий день, повторив свои действия. Но почему они к нам прилетают и кто они? У профессора теоретической физики Агюста Мейссена, который 30 лет посвятил исследованию феномена НЛО, есть мнение на этот счет. После того, как я изучил эту тему, я пришел к выводу, что НЛО — это материальные, реально существующие объекты. Первая гипотеза напрашивается сама собой. Экипажи НЛО — это инопланетяне. Да, для изучения НЛО нет разницы, инопланетные это объекты или же засекреченные земные технологии. Однако имеется множество оснований полагать, что инопланетная гипотеза верна. Но как объяснить необычайную маневренность НЛО, способность мгновенно менять скорость и траекторию полета, а также пропадать и появляться в другом месте? Эксперты склонны считать это их умением перемещаться во времени и даже измерениях. И существование множества измерений ученые математически доказали. НЛО, возможно, управляет не только пространством, передвижением в пространстве, но и передвижением во времени. Об этом говорит целый ряд интересных фактов, связанных с неопознанными летающими объектами. Во-первых, на местах посадок НЛО происходят сбои и отказы оборудования, измеряющего время. Как выяснил Михаил Герштейн, точные хронометры на местах приземления летающих тарелок начинают отставать или забегать вперед. Теоретически в этих местах сохраняется некое остаточное поле, искажающее время. Также люди, которые утверждают, что побывали на борту неопознанных летающих объектов и провели там, по их мнению, считанные минуты, на самом деле отсутствовали на Земле гораздо дольше. Были другие, гораздо более интересные случаи, когда люди отсутствовали для наблюдателей на Земле считанные минуты, например, 15 минут, а по выходе из НЛО оказывались обросшими бородой, и календарик в их часах показывал дату гораздо дальше отстоящую от даты настоящей. Понятное дело, что никому, побывавшему на борту НЛО, в голову не придет крутить часы и переставлять дату. А уж бородой обрасти подавно невозможно усилием воли. События, которые произошли с моим сыном, определенным образом промотивировали меня в определенном развитии себя. Имея два высших технических образования, я начал интересоваться эзотерикой, начал заниматься своим духовным развитием.
И во мне определенным образом проявились некоторые способности. По словам Юрия Степанова, он работает как экстрасенс и с помощью шестого чувства позволяет пострадавшему самому справиться с пережитым ужасом. И таким образом у человека открываются сверхспособности. Ясновидение, ясночувствование, яснознание. А у некоторых открывается и телепатический канал. И таким образом появляется возможность, если, например, было похищение, войти в то прошлое, где человек четко и подробно в осознаваемом уровне, на осознаваемом уровне может описать те события, и в процессе проговаривания этих событий снимается сама травма или те неприятные ощущения, которые были, через перепроживание этого опыта и через более глубокое осознание того, что с ним произошло. Арина Георгис учится на религиоведа. Эту специальность она выбрала, чтобы понять, что с ней происходит. Девушка утверждает, что ее дважды похищали инопланетяне. Впервые это произошло в 2009 году. Она находилась дома в своей комнате и читала книгу. И вдруг я увидела какой-то белый свет, совершенно мне непонятный. И я на самом деле не поняла, как вот этот произошел переход, то, что я оказалась у них на корабле. Вот, там была такая комната, мне показалось, она пустая. Вот. И там вот был где посидеть, такие вот, как вот квадратные такие вещи, то есть тоже белого цвета все было. И было очень светло, но непонятно, откуда источник света, если комната закрыта, там ни дверей, ничего нет, то есть непонятно, откуда свет шел. Арина рассказывает, что некий голос в голове предложил ей присесть. Перед ней появился квадратный предмет. Девушка его описывает как белый пуфик без спинки. Он будто возник из воздуха. Арина старалась рассмотреть тех, кто с ней общается, но из-за яркого света видела только силуэты гуманоидов. Они были высокими и тонкими. Арина вспоминает, что она их не боялась. Они мне сказали, то есть вот мы хотим тебе показать наши технологии. То есть мы перешли уже на такой уровень, вот, что нам не требуется потреблять дерево, нам не требуется потреблять какие-то материалы. Мы перешли на полный уровень цифровых технологий. То есть у нас почти все является цифровыми технологиями. По словам Арины, представители иного разума продемонстрировали ей, как у них выглядят книги. И у меня оказалась книга в руках. То есть, ну, появилась только голография. Я вот начала читать, там, вот, листать. Она там как будто страница есть, она перелистывается. Это все как голография происходит. Арина утверждает, что инопланетяне также показали ей красивые пейзажи с некими субтитрами на неизвестном языке. Изображение будто бы висело в воздухе. Ей объяснили, что эта цивилизация применяет технологии с минимальным потреблением ресурсов. Это якобы позволило им спасти природу. И они сказали то, что мы очень беспокоимся за вашу землю, потому что вот вы очень много потребляете ресурсов. То есть у нас тоже была такая проблема, мы потребляли ресурсы, а сейчас вот мы это уже не можем. То есть мы вот перешли на такие технологии, потому что мы хотим сохранить свою экологию. Вскоре Арину снова ослепил яркий свет, который перенес ее обратно домой. Она думала, что гостила у инопланетян минут 15, но оказалось, прошло намного больше времени. Девушка отсутствовала около 8 часов. Меня выбрали именно меня, потому что надеялись на какую-то долгосрочную перспективу, что я как-то расскажу о том, что я увидела, о том, что другие люди услышат, и они поймут, что в нашей земле действительно большие проблемы. Второй раз ее похитили, когда она была в гостях. Арина рассказывает, что внезапно почувствовала усталость и решила прилечь. Когда пришла в себя, долго думала, что продолжает спать. Ее окружали странные существа. Представители вот этой цивилизации, они как бы полулюди, полуосьминоги. То есть у них вот ноги, как вот, ну, вот, ну, осьминогов. А сверху как люди выглядят. Ну вот, немножко отличается, потому что у них кожа цвет голубой, цвет кожи. Арина уверена, что попала на другую планету. Там все было не так, как на Земле. Казалось очень странным и непривычным. Там все темно. Там очень как бы растительности мало, то есть там какая-то есть своеобразная, но ее очень мало. Там солнце очень далеко, то есть там полная темнота, но там какие-то они используют светодиодные лампочки или какую-то такую технологию. У них вот вся планета находится в какой-то воде, то есть, ну или в жидкости.
Девушка рассказывает, что осьминогообразные существа пытались ее о чем-то предупредить. Информационно у них была война, и обычная война, и в итоге, то есть у них цивилизация, она сейчас в полном крахе. То есть почти вот их время подошло к концу. И они вот сейчас уже умирают, почти все последние у них умирают, и не будет никакого развития. И они мне сказали, что такая же ситуация, как у нас, мы видим, что у вас на Земле, вот именно информационная война, которая истощает. Существа сказали Арине, что такая же участь ждет и землян, если не прекратятся войны. У девушки возникло ощущение тревоги. Она почувствовала слабость. Все вокруг поплыло, и она снова потеряла сознание. Исследователи полагают, что самые высокоразвитые внеземные существа, вероятно, овладели бессмертием. Они эволюционировали до состояния плазмы и могут существовать вечно. Некое суперсущество. Оно выигрывает по всем параметрам. Оно может вести несколько логических цепочек. Оно начинает думать пространством. Ей не нужно появляться где-то в какой-то точке пространства. Оно может сделать все, что ей необходимо, прямо на месте, находясь, как оно и есть. Чистая электронная форма жизни. Такое существо находится уже здесь. Оно уже среди нас. Оно спокойно влияет на наши мысли. Спокойно влияет на любые материальные объекты. Незримо это сверхразумное сообщество может пребывать на Земле, контролируя или меняя ход событий. Без проблем владеет временем. То есть оно может обладать такими лучами, обладает такими технологиями, что может видеть, что произойдет. Именно поэтому мы никогда практически не видим никаких обломков НЛО. Именно поэтому мы никогда практически не сталкиваемся с трупами пилотов и чем-то либо подобным. Потому что подобные события, они просто вычисляются наперед, и причины их ликвидируются. Вот в чем дело. Резкая смена направления движения. Мгновенное перемещение на большое расстояние. Зависание в воздухе. Так очевидцы описывают передвижение НЛО. Уже сегодня ряд ученых, исследовавших феномен НЛО, считает, что земные технологии весьма примитивны. Многие знания устарели или неточны. Возникает такой забавный момент в осмыслении, когда человек не может понять, как без реактивного шума технический объект в пространстве может резко поменять направление или резко остановиться. Именно пересмотр некоторых законов физики – это шаг к открытию новых технологий. Ответ на вопрос, как устроены и как летают НЛО. Некоторые эксперты полагают, что следует по-иному взглянуть на суть гравитации. Непосредственно по той же схеме яблоко может сменить направление. Если предположить, что на падающее яблоко будет воздействовать некое дополнительное поле, которое расположено сбоку, яблоко может поменять свою траекторию движения, начать двигаться в эту сторону. Также на том же принципе яблоко может остановиться вплоть до моментальной остановки. Речь о полях, имеющих необычайно большой потенциал. Гравитационные поля – это самая большая физическая сила, которая существует в природе. Каждое тело в галактике, а не только планета с железным ядром, имеет свое гравитационное поле, утверждает физик Виктор Катющик. Поля пересекаются. Именно умение использовать их взаимную силу открывает новые возможности, которые, вероятно, известны иным цивилизациям. Также возможно, что корабли чужих создают собственные гравитационные поля. То есть окруженное гравитационным полем тело может бесконфликтно перемещаться через атмосферу. Мы не увидим горение этого самого тела в атмосфере. Оно может проникать в воду, не останавливаясь, не получая удара, поскольку взаимодействие происходит на базовом уровне поля. И нет принципиальных ограничений по перемещению тела через твердые породы, как это фантастически не звучит. То есть окруженное полем тело может проникать под земную.
вам не надо производить какие-то работы по доставке энергоресурса непосредственно к техническому устройству. Где бы вы ни находились, в каждой точке пространства присутствует гравитационное поле. Вы это поле можете использовать, вы можете прямо из этого поля черпать энергию. О какой энергии идет речь? Физик Альберт Красов пришел к заключению, что это так называемая энергия эфира. Считается, что эфир – это среда, заполняющая все мировое пространство и ответственная за любые взаимодействия волн и тел и все физические явления. Есть версия, что Никола Тесла знал секрет выделения энергии из эфира. Лукрец, например, считал, что это мельчайшие частицы, из которых состоят звезды и все остальное. Вот, более-менее прагматично к этому уже подошел Декарт. То есть он понял, что это среда с определенными свойствами, которые необходимо серьезно изучать. В свое время теория эфира была отвергнута современными учеными. Сегодня исследователи начинают ею интересоваться вновь, хотя она противоречит некоторым общепринятым законам физики. Закон сохранения энергии работает, если пространство замкнутое. А если есть эфир, если есть среда, тем более, как сейчас уже выяснилось, очень энергонасыщенная, если есть среда для передачи какой-либо энергии, тогда закон сохранения энергии – это просто профанация. Это просто как схема, удобная для расчетов, не более того. Альберт Красов внимательно следит за научными исследованиями. Он называет теорию эфира истинным учением, которое объясняет открытие последних лет. Ученые столкнулись с тем, что из пространства начинают возникать частицы при столкновении частиц или разрушении частиц. Это нужно было как-то объяснять. Теперь сейчас еще введена теория Хиггса, бозона Хиггса. Соответственно, уже появились частицы в пространстве, в физическом вакууме появились частицы. Теперь еще выясняется, что эти частицы состоят из других частиц. То есть шаг за шагом мы возвращаемся к тому, что было заложено в этих первоначальных теориях. Когда же секретные технологии НЛО станут доступны людям? Возможно, это произойдет скоро. Физики Эмиль Бекташев и Павел Лавриненко много лет работают над разгадкой секретных технологий НЛО. Они утверждают, что стоят на пороге открытия. Вот эта летающая платформа отрывается от поверхности и взлетает по принципу эффекта Бифельда-Брауна. Платформу над столом держат несколько ниточек. Если их перерезать, то она улетит. Сегодня модели, использующие эффект Бифельда-Брауна, строят школьники в кружках. Это вертикальный треугольник, ребра которого сделаны из алюминия, а на острие углов лежит тончайшая проволока. Если пустить по проволоке высокое напряжение, 350-380 вольт, возникает ионизация атомов воздуха, и все объекты воспаряют. Проблема лишь в том, что необходимо мощное напряжение. Состоит из конденсатора, имеющего несколько электродов. Один электрод нижней большой площади и электрод верхней маленькой площади. Между ними создается разность потенциалов порядка 30 тысяч вольт. И это приводит при взаимодействии с окружающей средой к появлению силы, способной поднять данную конструкцию в воздух. Она поднимает не только себя, но еще и поднимает полезный груз, равный весу самого летательного аппарата. Вот в этой конструкции не хватает одной детали – легкого автономного источника энергии. На Земле не разработаны источники энергии, которые бы имели параметры 1 ватт, 1 грамм. При таком соотношении мощности и веса. А именно такие параметры необходимы для того, чтобы такие летательные аппараты вот на таком принципе сделать автономными. Чтобы они не были связаны с Землей проводами, по которым мы подводим питание для этих аппаратов. Физик Эмиль Бекташев как раз и работает над созданием двигателя, который в будущем можно будет поставить на летающую платформу.
Как исследователь, я заинтересовался тем, что возможно ли построить двигатель или генератор, только исходящий из одних магнитов. Мы построили некое устройство, которое показывает, что без вот этих подталкивающих магнитов вот эта конструкция, в принципе, вращаться не может. В будущем подобный магнитный двигатель будет работать без тока. Но для этого его нужно немного усовершенствовать. Сегодня разработка, объясняет физик, пока еще не идеальна. Тут 5 сотых ампера и 0,7 вольта. По сути дела, это получается 3 сотых ватта. При такой мощности даже не может загореться светодиод. Он не может гореть при такой мощности. Но вот эта мощность позволяет вот таким маленьким двигателем, да, вращать почти килограммовый ротор. Что, в принципе, если вот убрать все магниты, он просто не сдвинет эту конструкцию. Это говорит о том, что действительно магниты могут использоваться, по крайней мере, для подталкивания вращения в обычных двигателях. А вот внеземные цивилизации, очевидно, нашли автономный источник энергии, уверен Павел Лаврененко. К такому выводу физик пришел после того, как тщательно изучил снимки НЛО, которые ему удалось сделать самостоятельно. Видны отдельные элементы этих тарелок. Видно, что через отдельные электроды, имеющиеся в конструкции этих тарелок, проскакивают какие-то достаточно большие по размеру, соизмеримые с размерами летательного аппарата, дуги электрические, то есть какие-то электрические разряды, которые, видимо, необходимы для управления положением этого аппарата. Исследователь изучил облака вокруг летательного аппарата на своем фотоснимке. Имеются некие разрывы пространства, которые видны на фотографиях, как разрез отдельных облаков в некоторых плоскостях в районе этого летательного аппарата. То есть такое, так сказать, складывается впечатление, что некое пространство как бы или сжимается, или разжимается. Часть облаков справа не стыкуется по изображению слева. Причем разрез по прямой линии, как будто вот две фотографии разрезаются ножницами и склеиваются рядом. Если с помощью обычной фототехники сделать снимок движущегося автомобиля, то изображение будет смазано. А вот НЛО на фото выходит иначе. Скорее всего, у него иной способ передвижения. Исследователь полагает, что тарелки передвигаются на тысячи километров, сжимая впереди себя пространство. Мы ее фотографируем, и на фотографии она оказывается почти что неподвижна. Значит, объяснить это только можно тем, что эти объекты перемещаются скачкообразно. И в каждый момент времени, когда мы ее фиксируем на фотоаппарат, мы фиксируем в каком-то определенном положении этот объект в пространстве, не фиксируя промежуточные состояния. Военные по-прежнему фиксируют в сутки около 1000 случаев появления НЛО в ближнем космосе и воздушном пространстве Земли. Астрономы видят, как на Луне паркуются гигантские корабли. Жители аномальных зон привыкли к пролетам летающих тарелок. Правительство засекречивает всю подобную информацию, а наука продолжает искать естественное объяснение. Хотя самая простая версия – это не наши аппараты в небе, чужие корабли на Луне и иные формы жизни ведут вокруг активную деятельность. Люди так привыкли ощущать себя хозяевами этой планеты, что не могут допустить и мысли, что не одни в собственном доме. Это слишком страшно. Задуматься, кто же реально чужой на Земле. И страх пока не дает нам двигаться дальше. Как спецслужбы связаны с проблемой НЛО? Мы получили доступ к тысячам страниц секретных документов. Какие страны имеют секретные технологии в авиации? 4 страны в мире способны имитировать пролеты межпланетных вот этих аппаратов космических. Почему скрывается правда о неопознанных объектах? Мы больше не нуждались в фармацевтических компаниях, нефтяных компаниях, больших корпорациях, банках. Вы видите уникальные кадры. Этот неопознанный летающий объект был снят на видео 19 августа 2013 года американским астронавтом Крисом Кассиди вблизи Международной космической станции. После съемки Кассиди сообщил об увиденном в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне. И это далеко не первый случай наблюдения НЛО астронавтами и космонавтами.
Что касается неопознанных объектов, конечно, наблюдали, это естественно, неопознанный летающий объект. То есть какой-то летит объект, светится. То если говорить об инопланетянах, то, скорее всего, они на Земле были. Но они были несколько тысяч лет назад. Сейчас вот то, что они летают, значит, каждый день их кто-то видит. И, судя по космическим доказательствам, они когда-то прилетали и, значит, прилетят, наверное, еще. И все же, несмотря на изобилие видеосъемок, фотографий и даже картин, написанных столетия назад, правда о том, что такое НЛО, продолжает оставаться тайной. 500 лет назад загадочные огни и странные объекты в небе было принято объяснять сверхъестественными причинами. Что есть, скажем, вот старинная картина 1484 года известного художника Кривелли. Я ее увидел в музее Англии и попросил дать мне репродукцию. Там нарисована летающая тарелка. Я-то считал, что тарелки – это только самолеты, ракеты, вертолеты там и прочие наши дела. Но в 1484 году не было такой техники в небе. А тарелка нарисована. Неужели сегодня, в эпоху спутникового слежения и камер высокой четкости, никто не знает, что это за объект? Или кому-то выгодно замалчивать истину? Больше половины людей на Земле считает, что правительства мировых держав скрывают информацию об НЛО. Это мнение основано на многочисленных наблюдениях летающих тарелок. Кроме того, в прессу просачиваются сенсационные откровения военных и ученых, якобы принимавших участие в секретных программах, связанных с инопланетянами. Интерес к НЛО этих двух категорий лиц понятен. Он в их компетенции. Но есть и обычные люди, утверждающие, что видели или даже общались с пришельцами. Американка Шерри Уальд называет себя экстрасенсом и уверяет, что регулярно выходит на контакт с представителями внеземных цивилизаций. А всю жизнь я контактировала с существами, жителями других измерений. По словам этой женщины, все происходит так, как описывают художественные и документальные фильмы. Яркий свет в окно, белый луч, который переносит ее на космический корабль. Но некоторые встречи запомнились ей особенно. Мне было около 8 или 9 лет, и меня подняли на поверхность планеты и показали разрушение Земли. Это было, как оказалось, точнее, как я теперь понимаю, цунами. И это очень четко выделялось среди прочего у меня в голове. Шерри Уальд рассказывает, что существа, которых она встречает на корабле, общаются с ней в основном телепатически. Есть несколько различных способов их общения. Иногда я слышу голос у себя в голове, когда я с ними. Это телепатия. Но этот голос имеет очень четкое звучание. Как что-то все равно, что мы сейчас разговариваем с вами, я слышу ваш голос. Есть и более спокойный способ нашего общения. Это сложно описать, но ощущение, как будто я слышу мысли, скинутые мысли. Я называю их загрузками. Они делают что-то в этом роде, загружают информацию в мою голову. И кажется, что я это просто помню. По утверждению Шерри, происходящее с ней нельзя назвать обычным похищением. Экстрасенс считает, что Землю посещают разные пришельцы с добрыми и злыми намерениями. По ее словам, она общается с гуманными существами, причем чуть ли не на равных. Они не выбирали меня, я выбрала их. Я решила прийти добровольно сама, до того, как я воплотилась в человеческом теле. Так что я сама решила прийти сюда и участвовать в этой программе. Это волонтерская программа. Она идет примерно с конца 40-х годов, когда было определено, что люди с планеты Земля, возможно, на пути к тому, чтобы рано или поздно уничтожить Землю. Они взорвали атомную бомбу. Планета встала на путь своего разрушения. Этот вопрос – самый засекреченный вопрос военной разведки. Более секретной информации не существует. И правительство не скажет нам ничего, если оно не хочет, чтобы мы это знали. Но если это так, почему же те, кого считают инопланетянами, чувствуют себя на нашей планете столь вольготно? Может ли быть так, что они-то как раз коренные обитатели Земли? Ответ на этот вопрос можно найти в древних шумерских текстах и в Библии.
По версии историка Александра Батта, те, кого мы назвали бы пришельцами, появились на нашей планете гораздо раньше нас. Михаил Бенке говорит, что он напряг свое воображение и создал образ себе подобный в мысли своей, то есть похожий на него. А в Библии тоже написано, значит, что создадим человека по образу нашему и подобию нашему, Бог говорит. То есть человек был создан по образу вот этих богов или инопланетян, которые их создавали. Как предполагает историк, найти подтверждение этому факту в наше время достаточно легко. Люди создают подвижных роботов, похожих на себя. Две ноги, две руки. Такой же способ передвижения. Более того, роботов даже учат играть в футбол или хоккей. Поэтому вполне логично, что инопланетяне создавали бы нас по своему образу и подобию. Им нужно было лишь подобрать биологическое существо, похожее на них, и облагородить его. Опять же, и в Библии, и в мифах указывается, что человек был создан как помощник. То есть это была необходимость, не прихоть. Не какое-то там стремление к чему-то, к научно-исследовательскому, а это была жесткая необходимость. И вот они возроптали, попросили главного бога создать им помощника или чем-то заменить. И вот этот бог Энки создал, значит, человека, подобного ему. То же самое говорится и в Библии. Как полагает Александр Батт, чтобы создать человека-помощника пришельцев, было необходимо подобрать особь из земной биологической среды. По одной из версий, этим существом стала обычная обезьяна. И доказательства этого содержатся в древних шумерских текстах. У них, видно, на их родине были механические андроиды, но здесь они не могли создать, поскольку эта экспедиция, похоже, просто застряла на планете, неожиданно для себя. Не планировал так долго. Поэтому понадобился помощник. Помощника сделали из биологической среды. Подобрали обезьяну. Вопросы о пришельцах периодически задаются действующим президентом на открытых пресс-конференциях. Главы государств неизменно отшучиваются или опровергают слухи о существовании инопланетян. Но в последнее время все больше высокопоставленных чиновников шокирует прессу рассказами о контактах с неопознанными летающими объектами. Бывший министр обороны Канады, вице-премьер правительства Пол Хелье, сделал сенсационный доклад. В этом докладе о сокрытии фактов об НЛО он сказал: «Секретность, вовлеченная во все дела, имеющие отношение к инциденту в Розуэлле, не имела себе равных. Классификация была с самого начала сверхсовершенно секретна. И таким образом огромное большинство официальных лиц Соединенных Штатов Америки и политических деятелей стран-союзников, не говоря уже о простом министре обороны, никогда не были в курсе дела». По словам экс-министра обороны Канады, в 1961 году было обнаружено около 50 неопознанных летающих объектов, летевших со стороны России в Европу. Вдруг все объекты неожиданно изменили траекторию движения и направились к Северному полюсу. Верховное командование страны, по словам Пола Хелье, тогда провело расследование и установило, что как минимум 4 вида инопланетной жизни посещали Землю в течение нескольких тысяч лет. Еще в 2005 году Пол Хелье присоединился к трем неправительственным организациям, обратившихся к парламенту Канады с просьбой начать общественные слушания по теме экзополитики, отношений с внеземными цивилизациями. Под термином «инопланетяне» господин Хелье и эти организации подразумевают развитые внеземные цивилизации, которые в настоящее время могут посещать Землю. Более того, Пол Хелье предупредил мир о том, что вооруженные силы США разрабатывают оружие, которое могло бы использоваться против внеземных цивилизаций. Исполнительный директор исследовательской организации Paradigm Research Group Стивен Бассетт полагает, что правительства всех стран мира и в особенности Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают информацию об этом феномене. Я называю это запретом на правду. Почему запрет на правду, а не укрывательство? Потому что это политика правительства. Все было по закону. Укрывательство подразумевает беззаконие. Запрет на правду был установлен Соединенными Штатами и их союзниками.
Укрывательство данных об НЛО принято называть интересами национальной безопасности. Именно так по этой версии оправдывали сокрытие информации о падении летающей тарелки в Розуэлле в 1947 году и Вашингтонскую карусель 1952 года. По мнению Стивена Бассета, именно тогда, на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века, перед правительством США встала огромная проблема. Как утаить от своих граждан информацию о том, кто же все-таки летает у них над головами? В общественном месте взрывается инопланетный диск, и в США принимается решение самим Труманом, который находит поддержку у союзников, в 1947 году. Решение скрыть факты, которые они узнали об этом инопланетном явлении, и не признавать их до поры до времени. Как полагает Стивен Бассет, именно по этой причине в 1947 году президент США Гарри Труман создал сверхсекретную структуру по укрывательству фактов появления НЛО и аномальных явлений. Эту организацию назвали Majestic 12. Но кем являются эти 12 избранных? Похоже, у американского эксперта по проблемам НЛО Стивена Бассета есть ответ на этот вопрос. Он считает, что эта спецслужба работает и сегодня, хотя ее существование официально отрицается. MJ-12 стало названием, применимым к любой группе или группам, перед которыми с 40-х годов стояла задача работать с этой проблемой в составе межведомственных комитетов. Я уверен, в большинстве случаев так и было, в условиях строгой секретности. С годами названия менялись, групп могло быть больше, кто знает. Но MJ-12 стало символом таких правительственных групп. В последнее время рядом с проектом Majestic 12 стал упоминаться не менее секретный PIC. Как полагает историк Виктор Бумагин, суть этого проекта – объединение всех секретных структур мира, которые занимаются изучением проблемы НЛО и аномальных явлений. Как стало известно Виктору Бумагину, в ведении этой организации более 20 проектов. И всех их курирует близкая к MJ-12 структура под названием PI-40. Причем эта структура, в общем-то, координирует не только американские, но и международные программы. Но вот что касается международных аспектов сотрудничества в рамках программ, курируемых PI-40, ну, существует, например, такое утверждение, что в настоящее время 4 страны в мире способны имитировать пролеты межпланетных вот этих аппаратов космических. Это Соединенные Штаты, Россия, Австралия и Великобритания. Как рассказывает американский историк Ричард Долан, даже внутри этой засекреченной системы есть люди, которые готовы довести до мировой общественности всю правду о существовании внеземных цивилизаций. Более того, некоторые попытки довести информацию по проблемам НЛО до людей были успешно реализованы. Любые доклады военных и ученых об НЛО всегда автоматически приобретали гриф «секрет». Хотя в конце 1970-х годов в США был принят закон о свободном доступе к информации. Он позволил исследователям запрашивать в правительстве все ранее засекреченные документы о летающих тарелках. Однако, если не знать номер, название или дату документа, а также раздел или ведомство, по которому он проходит, получить его невозможно. В конце 70-х и в начале 80-х годов мы получили доступ к тысячам страниц секретных документов об НЛО, которые были обнародованы. Вопрос в том, почему они были засекречены. Если вы прочтете эти документы, то легко поймете, почему так произошло. Это на самом деле очень серьезные документы, и во многих из них говорится о высоком уровне озабоченности сотрудников разведки проблемой НЛО. Они были в замешательстве. Более того, в широком доступе появился американский проект под названием «Синяя книга». Эксперты по проблемам НЛО считают его самым первым и самым главным проектом по изучению неопознанных летающих объектов. Считается, что только в рамках этого проекта были зафиксированы тысячи случаев наблюдения НЛО вооруженными силами США. Проект «Синяя книга», которая в течение 40-х, 50-х и 60-х годов являлась официальным проектом ВВС США по регистрации случаев наблюдения НЛО. Всего в «Синей книге» было более 12 тысяч сообщений, из которых о примерно 700 объектах было сказано, что они совершенно не поддаются идентификации. И это только в «Синей книге».
За 22 года существования этого проекта американские военные получили более 12,5 тысяч письменных свидетельств об НЛО. Большая часть из них после тщательного анализа, по мнению сотрудников проекта, оказалась либо воздушными судами, либо какими-то атмосферными явлениями. Тем не менее, около 700 случаев так и остались необъяснимы. Вполне возможно, что это были случаи наблюдения реальных, неопознанных летающих объектов. На самом деле, НЛО наблюдались повсеместно, как рядом с военными объектами, так и рядом с гражданскими. И нет такой страны, где бы их не видели. В ранние годы изучения этого вопроса американские исследователи думали, что такие вещи происходят только в Соединенных Штатах. Но подобные случаи фиксировались везде, в Европе и в России. По мнению Ричарда Долана, за доказательствами наблюдений неопознанных летающих объектов существуют две очень важные проблемы. Первое. Большая часть случаев наблюдения не находит подтверждения при научной проверке. Второе. НЛО слишком много, и они продолжают появляться. Как полагает эксперт, нельзя отбрасывать возможность существования НЛО только потому, что наука не нашла этому объяснения. Доктор философии Майкл Салла, популярный американский политолог, который основал целую науку – экзополитику. Кроме того, эксперт вот уже 30 лет исследует рассекреченные архивы ФБР и ЦРУ, утечки секретной информации и рассказы очевидцев. Эти исследования проводились при участии пилотов, профессиональных авиаторов, специалистов в воздухоплавании, которые вряд ли будут преувеличивать что-либо. Данные, полученные специалистами в ходе работы, стали первыми в своем роде. Вначале исследователи изучали сообщения о 200-300 появлениях неопознанных летающих объектов, и впоследствии выяснилось, что таких явлений насчитывают сотни, а то и тысячи. Феномен НЛО известен во всем мире. Но наибольшее количество наблюдений неопознанных летательных аппаратов происходит в местах, где расположены военные объекты. И особенно в районах, где проводятся военные операции высшего уровня. Даже известно несколько случаев, когда НЛО вмешивались в военные учения с использованием ядерного оружия. Неожиданно появлялись и выводили из строя новейшие системы вооружения. Эксперты отметили, что активность неопознанных летающих объектов связана не только временными циклами, но и развитием технологий. В конце 40-х годов прошлого века начались массовые испытания атомного оружия. В 50-е годы – войны в Юго-Восточной Азии и локальные военные столкновения в Европе. В 60-е годы – запуск человека в космос и снова вооруженные конфликты. И каждый новый виток гонки вооружений вызывает всплеск активности НЛО. Развитие и совершенствование передовых технологий в создании разрушительного оружия в США и других странах – область, которая тщательно отслеживается внеземными существами, начиная с 40-х годов прошлого века, когда только начали создавать первое атомное оружие. На мой взгляд, исходя из имеющихся у нас доказательств, некоторые из изобретенных разрушительных технологий были преднамеренно использованы против внеземных летающих объектов. Эксперты по проблемам НЛО и аномальных явлений называют несколько ключевых дат, кардинально изменивших общественное мнение насчет НЛО. 1947, 1952, 1954 и 1962 годы. Именно тогда образ летающей тарелки укоренился в массовом сознании людей. Но какими же событиями, связанными с аномальными явлениями, прославилась та эпоха? Падением серебристого диска в Розуэлле, зловещими огнями в небе над Белым домом, слухами о самой первой встрече президента США Айзенхауэра с пришельцами и гибелью Джона Кеннеди, искавшего правду об НЛО. Но мало кто знает, что все точки над «и» в этом вопросе были расставлены гораздо позже, в марте 1983 года. Именно тогда 40-й президент США Рональд Рейган объявил о создании проекта СОИ – стратегической оборонной инициативы, или, как его еще называют, «Звездных войн». В СССР создание этой системы восприняли как новый этап холодной войны и очередной виток гонки вооружений, но, возможно, все было иначе.
Пожалуй, самой любопытной стороной проекта «Звездные войны» была секретная программа по использованию энергетического оружия и сфокусированных лазерных лучей. Они могли использоваться против инопланетных кораблей. Так, в Лонг-Айленде три инопланетных корабля были подбиты благодаря использованию такого оружия. Два из них были полностью разрушены, а третьему все-таки удалось скрыться. По данным Майкла Салла, пришельцы, оставшиеся в разрушенных кораблях, подлежали тщательному изучению секретными организациями, курирующими программу «Звездные войны». Как полагает Майкл Салла, это оружие разрабатывалось не столько для того, чтобы положить конец холодной войне, сколько для борьбы с инопланетянами. Но есть и другое мнение. Генерал-лейтенант в отставке Алексей Савин полагает, что программа «Звездных войн» была задумана как система управления мозговой деятельностью всего человечества. Вот. Они считают земной шар своим. Американцы и те, кто вот манипулируют этими учеными. Вот. И они считают, что ну, все должно быть управляемо. И если они научатся вмешиваться в наш мозг, научатся управлять нашими мыслительными процессами, вплоть до привития вкусовых каких-то качеств, не говоря уже о физиологических каких-то вот вещах, которые, в общем-то, легко изменить. А вот именно войти в мозг, заставить человека думать, как они хотят. Мало кто знает, что еще в 1940 году, за 7 лет до событий в Розуэлле, возле немецкого городка Эссен, летчикам Люфтваффе удалось сбить неопознанный летающий объект с пришельцами на борту. В подтверждение этого факта совсем недавно в архивах 1940-х годов был обнаружен весьма любопытный документ за подписью заместителя Народного комиссара госбезопасности СССР Богдана Кабулова. В открытом доступе можно найти множество документов, рассекреченных в соответствии с законом об информации. Можно найти архивы, а также другие незаконно рассекреченные улики, подтверждающие реальность существования феномена НЛО и посещения Земли инопланетянами. Вот докладная на имя Иосифа Сталина. Пометки на полях подтверждают, что Сталин отнесся к этому документу очень внимательно. Работать над этой темой поручили тогда мало кому известному конструктору Сергею Павловичу Королеву, который в то время находился в заключении в московской спецтюрьме НКВД СССР. Королев ездил к Сталину, был разговор на эту тему. Он заинтересовался этим, и насколько это было возможно. И была создана лаборатория, которая, в общем-то, стала заниматься этими исследованиями. Это была очень активная тема для обсуждения, и он тоже поставил вопрос о том, что у нас подобные исследования должны были делаться. По масштабам сокрытия информации о неопознанных летающих объектах Советский Союз не отставал от своего заокеанского противника. Так родилась программа по изучению неопознанных летающих объектов под кодовым названием «Сетка». Сотрудники оперативной группы КГБ, которая курировала проект «Сетка», регулярно делали выборку выявленных аномальных явлений. Вы понимаете, сокрытие, вот то, что происходит с феноменом НЛО, с одной стороны, психология человечества еще такова, что все новейшие достижения, которые были за этот период развития цивилизации, они все фактически шли на нужды военных, даже не самообороны, а более таких агрессивных направлений. Информация об аномальных природных явлениях и неопознанных летающих объектах собиралась по всей территории СССР и поступала в один из секретных НИИ под Москвой. За более чем десятилетнюю историю были подтверждены более 2000 таких случаев. Из них 1800 было связано с геопатогенными природными явлениями, а остальные 560 так и остались неопределенными. Я начала работать где-то в 1984 году в Киевской комиссии, тогда там жила, по аномальным явлениям. Писем приходило очень много. То есть, если он там в группу аномальщиков входило человек 30, то каждому доставалось там по сотне писем в месяц обработать, ответить. Но, конечно, там шел, нужно было очень много отсеивать информации. Дальнейшие наблюдения за НЛО показали, что они чаще всего появляются в так называемых аномальных зонах. Как правило, эти места расположены на месте разломов земной коры.
Предположительно, такие трещины выделяют определенный вид энергии. По мнению бывшего консультанта Федеральной службы охраны Юрия Малина, пилоты летающих тарелок ориентируются по геомагнитным показателям нашей планеты. Вообще сейчас происходят интересные события. Меняется геомагнитная структура Земли. У нас ведь, если в поисковой любой системе набрать землетрясение, от 30 до 40 землетрясений в сутки происходит. Ну, на Аляске это уже по 3-4 землетрясения в день. Просто это перестали публиковать, чтобы, так сказать, видимо, не тревожить сознание людей. То есть Земля – кристалл. Кристалл меняет свою конфигурацию. Он растет. Когда эксперты Министерства обороны СССР рассчитали траекторию полетов НЛО, то пришли к поразительному выводу. По всему пути следования неопознанных объектов всегда встречаются крупные месторождения кварца. Ученые выстроили модель навигации этих летательных аппаратов. Удалось даже выявить волновые диапазоны, в которых можно наблюдать НЛО. Аппаратура на борту любого летательного аппарата настраивается по нулевому градиенту магнитного поля. А по зонам разлома земной коры этот градиент меняется. Сотрудники программы «Сетка» предполагают, что пилоты НЛО перенастраивают свою навигационную аппаратуру и четко ориентируются по маякам на Земле. Происходит изменение геомагнитной составляющей, так сказать, поверхностной вот этой сетки. И активизируются так называемые зоны аномальных составляющих нашей планеты. После распада Советского Союза произошла колоссальная утечка информации из секретных архивов Министерства обороны и КГБ СССР. Кое-что даже попало в периодическую печать. К примеру, информация о том, что на основе статистики проекта «Сетка» ученым удалось вычислить цикл активности НЛО. По этим данным, каждые 9-9,5 лет количество летающих тарелок над бывшими республиками Советского Союза многократно увеличивается. Что это значит? Открываются некие звездные врата? Ну, одна из теорий то, что в те времена наша Солнечная система пролетала через более-менее населенный участок галактики. И все, кто смог, сюда прилетали для исследования, для еще... Да, наблюдений было много. Даже не то слово. Там не десятки, сотни, тысячи. Именно в это время Юрий Архангельский проходил срочную службу в погранвойсках КГБ СССР на советско-финской границе в составе 102-го пограничного отряда Северо-Западного пограничного округа. Однажды во время ночного дежурства на посту наблюдения Юрий увидел несколько НЛО. Они двигались в небе над акваторией Саименского канала. Это были светящиеся шары. При пролете этих объектов у пограничников начались сбои радиосвязи на коротких волнах и выключилась проводная телефонная сеть. При исследовании данных объектов мы использовали, в частности, нашу радиолокационную станцию. При попадании луча на данный объект радиолокационная станция выгорела, несмотря на то, что напряжение в данной РЛС было 12 вольт, и выгореть она, в принципе, не могла никак. Говорить о том, что это была шаровая молния, ну... Сложно. Почему? Потому что движение носило направленный характер, а не беспорядочный, как у шаровой молнии. И эти объекты наблюдались несколько раз, и двигались они приблизительно по одному и тому же маршруту. А позднее советским пограничникам даже довелось зафиксировать НЛО, висящий на околоземной орбите. Их оборудование позволяло отследить перемещение абсолютно любых объектов, как на Земле, так и в небе. На небе было очень много, большое количество неопознанных летающих объектов, которые летали как угодно. То есть четко было видно спутники, которые летели по определенной орбите, с определенной скоростью. То есть они легко идентифицировались, то, что это спутник орбитальный. Но иногда были объекты, которые зависали. Странные объекты в космосе наблюдались не только в непосредственной близости от Земли. 16 октября 1989 года в северо-западном секторе Луны был замечен странный объект. По словам Юрия, он завис на одном месте, и от него отделились более мелкие объекты. Прилетел объект, который, ну, по определенным оценкам можно расценить как в периметре, ну, в радиусе до 40 километров. От этого объекта отделились более мелкие объекты, объект был зеленого цвета. Более мелкий объект красного цвета, которые осуществили посадку на Луне, объект зависал над Луной порядка 5 минут. После чего какой-то он соединился с каким-то другим объектом и, соответственно, оттуда улетел. Наблюдал я его в прибор, который имеет увеличение в 60 раз. То есть это у нас оптический прибор был такой.
Поэтому мне было четко видно. Была хорошая, ясная погода, и в том месте не было никаких промышленных объектов, которые там создавали бы там помехи для наблюдения. Однажды НЛО пролетал ночью над Саименским каналом, выпустив ослепительно яркий белый луч. А наутро сотрудники предприятия, которое делало радиоаппаратуру для спутников, заметили на стене цеха идеально круглую дыру диаметром около 20 сантиметров. Что это было? Сканирующий луч или намеренное воздействие лазера? Сложно сказать, что двигало ими, я не знаю, это весьма сложно сказать. Ну, опять-таки, если рассматривать физические типы, то, возможно, это какая-то была телепортация. Если мы рассмотрим данную ситуацию как объект телепортации, то вполне возможно, что с объекта был кто-то телепортирован на данной территории. В последние годы резко возросло число случаев наблюдения странных объектов, вылетающих из-под воды. Такими местами являются Саргассово море в Бермудском треугольнике и Марианская впадина. Это настоящие водные аномальные зоны площадью около 7 миллионов квадратных километров. Как полагает историк Сергей Щербаков, самые главные загадки об НЛО хранит именно Мировой океан. Океан, как бы мы его не изучали, он изучен плохо достаточно. То есть он хранит многие тайны, и до сих пор открытия там совершаются. Достаточно посмотреть там, всевозможные Animal Planet и прочее, и мы увидим. Действительно, находят как бы и рыб, и существ, то есть, которые как бы не были известны науке. И, кроме того, океан все-таки это не река. Это, извините, Марианская впадина, это 11 километров глубины. Поэтому как бы, и они действительно могут иметь базы и под водой. Контр-адмиралу в отставке Вячеславу Афанасенко по долгу своей службы пришлось столкнуться с непознанным. Непредвиденная ситуация произошла в Атлантическом океане, севернее Бермудского треугольника. Подводная лодка, двигаясь на глубине около 180 метров, неожиданно столкнулась с каким-то объектом. Моряки полетели со своих мест. Незакрепленные приборы, оборудование, ЗИП тоже попадали на пол субмарины. Удар был реальный, но какой-то странный, мягкий, как бы скользящий. Удар был очень сильный. Ну, все послетало, да, весь ЗИП наш там полетел, и все, что не было закреплено, оно все послетало с места. И мы не знаем, с кем мы столкнулись до сих пор. Каково же было удивление, когда при осмотре судна никаких следов столкновения обнаружено не было. Привидеться такое мореходам не могло. 150 человек не могли одновременно испытать удар такой силы, что попадали со своих мест. Предположение о том, что подлодка столкнулась с китом, также маловероятно. На глубину в 180 метров киты не погружаются. Но что это тогда могло быть? Еще в 70-х годах прошлого века в американской военно-технической и научной литературе появился термин «квакер». Оказалось, что это источники неких излучений. Где-то с начала 70-х мы стали обнаруживать непонятные сигналы в океане. Значит, сначала их классифицировали как биологические шумы. Ну, там говорили стадо китов, там касатки, там еще что-то. Потом стали возникать сомнения, почему эти биологические шумы возникают, как правило, на маршрутах движения наших подводных лодок. Все это позволило исследователям заявить, что даже если и существуют базы пришельцев, их следует искать в глубинах Мирового океана. Кроме того, по мнению Сергея Щербакова, базы пришельцев могут быть не только под водой и под землей, но даже на Луне. Когда исчезает НЛО, то как бы мы вроде как говорим, о, он мгновенно исчез. Понятно, что это, если это со скоростью свыше 11 км в секунду, он так и исчезнет. Вот. Это вероятно. Это вероятно. Вот. Либо он просто исчезает в свой параллельный мир, что, скорее всего, поэтому мы его не видим. Потому что если мы видим, когда съемки идут, например, там «Союз ракета» взлетает, да, она же тоже идет со скоростью 11 км в секунду. Создается впечатление, что иной разум присутствует на Земле параллельно нашей цивилизации. Он не вмешивается открыто в историю людей и занимается своими делами. Но почему бы нам, наконец, не познакомиться? Потому что они не могут. Люди еще не готовы, они слишком боятся. И также это будет вмешательством в собственный путь человечества. Человечество Земли должно прийти к пониманию правды о том, кто они есть сами. Это сознание не может быть просто передано им в руки.
Они не могут просто приземлиться и сказать: «Это то, чем вы являетесь. Это правда о мире, то, какой он есть». Этот процесс пробуждения – индивидуальное путешествие, которое должна пройти каждая душа. И нет, я не могу принести это тебе. Это мы должны подняться, чтобы встретить их. Главным препятствием для контакта с космическим сообществом, по словам философов и экстрасенсов, остаются корыстные цели правящей элиты человечества. Что произошло бы, так это то, что мы бы позволили им прийти и быть среди нас свободно. Дары, которые мы бы получили, энергия, исцеление, все, что доступно нам. Что бы произошло в нашем обществе, мы бы больше не нуждались в фармацевтических компаниях, нефтяных компаниях, больших корпорациях, банках. Все подобного рода прекратило бы свое существование. И есть те, в чьих интересах этого не допустить. Так что человечество на этой планете было порабощено. Но где же скрывается истина? В словах самопровозглашенных пророков космоса, обожествляющих иной разум? Или в молчании спецслужб, возможно, сделавших все, чтобы отсрочить завоевание третьей от Солнца планеты? Только время откроет нам ответы на эти вопросы.